И вот наши соратники в тему, скажем так, в продолжении, короткая новость, в продолжении сакральных таких новостей. Мы вот не знали, а вот соратники наши поделились. Вчера появилась новость, что посаженный лично Гагарином кедр спилили в Сочи в день космонавтики. А зачем? Ну вот неизвестно, неизвестно. Пишут, что там какие-то экологи возмущались. Кедр этот был посажен вместе с Гагариным на субботнике местными жителями ровно 55 лет назад. Лично я звонила, там одна из экологов говорит, лично я звонила в мэрию, в полицию, но никто и не приехал. Документы на спил не предоставляли. То есть очень тоже показательный момент. Ну вообще, конечно, ужас какой.